пониже, и было бы, и был бы, я думаю, гол, если бы Лукс не достал этот мяч. Так вот, Ленема у нас имеет худшую оборону в первой лиге Б. Пропустили за 5 матчей 45 мячей. Мы пропустили почти в 2 раза меньше, 26. Но Ленема забили 1,5 раза больше нас. 33 против 22. Вот такая веселая команда. И что здесь? Ой-ой-ой-ой-ой. Начало, конечно. Это дело вынес. И 3-2. Вот это то, что мы, как говорится, опасались. Eelmise nädala ja selle nädala
on olnud ja pidid kõik need mängijad seda palavust taluda. Aga vasakule siis Saarele ja tuli ka see värav. Nii, Denis Kulikov tõrjub. Ja sööd ilusti siis Dobrushev Proosvelile. Ja siit löök ja värav ja värav autor.
Yeah.